Всем привет! Давно видео не вылаживал, времени не было, наверное. Что молодежь? Что на сдаче, что с объектом? Тут уже маска с фишерами полным ходом вылетаю. Только вылетел, походу, маленький. Залез обратно. Блин, они на улице повылетали. Хочу их поснимать. Чумежу собрал уже. А тут на зеленых она плавает. 5 штук. А вон маленький черный. Блин, даже без двоя. Самый прикол, в одном гнезде два черных, два синих и один зеленый. Вот, и синие именно такие. Темный. Хороший. Он старый. Черный, маленький, зеленый. У меня, кстати, у нас зеленый будет. Черные. Черные пары черных не водят. Водят только синих, зеленых, смотря. У меня есть пара черных полностью. Что тут у нас? Тут у нас яйца. Это там лежат? Нет. Тут. Вот молодняк садить. Сделаем меньше. Вот. Два белых, два темно синих. И один такой светлый. Тут вообще маленький. Тут тоже маленький очень есть. Вон тоже только вылетел малый. Прикольный цветом. Так, то что от ивы осталось. Тут у них все заложено было, капец. Целая куча была ивы. Карелла в этом году более-менее нормально. Знаю, в других не дуже. Да я уже сдавал. Некоторые сидят сейчас все на яйцах. Щеки молодые, вот интересно, где там дальше. А, вот. Интересно, какой цвет получился. Мамка зеленая, папка вот тут рябый.
Оттенчика такие получится. Тоже дофига повылетало молодежи уже. А вот чумы за чуть-чуть тут повешу. Вот тоже вот некоторые повылетало. Ух ты, ё-моё. А ну-ка ж. А мандинчики по чуть-чуть добавляются тут уже. Я не знаю, сколько штук. Ходи их вывести в этом году, но... Начали воды хорошо давать. Лепошки не очень хорошо вывели в этом году. Хотя они вообще первый раз в этом году. Вон еще сидят. Детский садик у нас. Я их не обсаживал ничего. За мной гоняться это капец. Ну все, подписывайтесь на канал. Вот перцы сегодня уедут. Они нифига не сдали в этом году. Сданы. Да и все. Будет тут волнушка у меня. Вот такие. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.